дорогие друзья и просто зрители нашего канала. Сегодня к нам, к сожалению, снова пришла печальная новость. Все знают и помнят нашу любимую актрису Анастасию Заворотнюк, которая снималась в нашем любимом сериале «Моя прекрасная няня». Много ходит разных слухов о том, что она давно скончалась, о том, что она еще не умерла, и много других слухов. Мы попытались узнать, что же действительно случилось с нашей любимой актрисой и где она сейчас находится. Единственное, что нам удалось выяснить, о том, что актриса находилась в своем загородном доме в Подмосковье, откуда никуда не выходила. Но, как сообщает нам источник, что сегодня в 5 утра Анастасии Воротнюк стало очень плохо, и родные, которые ухаживали за ней, вызвали скорую помощь. По прибытию врачей, врачи приняли экстренное решение о госпитализации Анастасии Заворотнюк в одну из клиник. В какую клинику она попала, мы пока узнать не можем, так как нам никто не хочет комментировать данную ситуацию. С родственниками связаться невозможно, они просто-напросто уже не берут трубку с наших телефонов. С актрисой связаться и подавно нельзя. Друзья, давайте будем надеяться, что с нашей любимой актрисой Анастасией Заворотнюк все будет хорошо, и ничего страшного с ней не случилось. Подпишитесь на наш канал, поддержите нашу актрису, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежий выпуск на нашем канале. А в следующем выпуске мы постараемся вам рассказать, что же действительно случилось в ту ночь с Анастасией Заворотнюк, и покажем, где она находится и в каком она состоянии. До скорых встреч, друзья, в наших новых видео.